Всем привет, ребят, с вами Flutter Green, и мы сегодня будем делать реакцию на Ask Jeppelek. Ну ладно. Короче, озвучил DrumDagger, я давненько хотел уже сделать реакцию на это. Что ж, давайте-ка начнем. Задавайте мне свои вопросы. Задавайте мне свои вопросы. Я думаю, что ты зачем не сможешь кричать? Снести эти яблоки. Иди ну. Нахуй, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй! Ты любишь яблоки? Но... Почему ты не ешь зеленые яблоки? Чё это за хрень? Чё это за нафиг? Какой у тебя план питания? Что-то типа того. Ого! Какая у тебя любимая огроменный книга? Какой? Очень голодная гусеница. Тебе хотелось бы быть на кого-нибудь похожей? Эй, ты выглядишь прям как я. Эпплджек, что ты думаешь об апельсинах? Иди нахуй. Как ты думаешь, какая у Apple Bloom будет кьюти-марка? Член у нее в жопе. Или что-нибудь в этом роде. Я не знаю, отъебитесь от меня. Я ем яблоки. Пошел нахуй. Чувак, Эпплджек, ну и поганый же у тебя язык. Меня зовут не Эпплджек, а Jeppelek. Иди нахуй, иди. И так далее. Apple Bloom съедает необходимую дневную дозу яблок. И даже, блять, больше. Расскажи нам о своих друзьях, пожалуйста. Подождите. Я должен своих посмотреть. В друзьях, пожалуйста. Twilight, ненавижу эту паскуду. Rarity, огромная манда. Rainbow Dash, полный педик. Pinkie Pie, возможно, синдром Дауна. Fluttershy, чувак, кто не совал пальцы в эту потаскуху. С чего так... С чего такой хейт к своим друзьям, алло? Кобылки или же ребята? Кольц хороши. За их игру интересно наблюдать. Но их проблема в том, что они не собираются играть на выезде. Только Пейтон мог взять их себе. Возможно, Гайенс будет ведущей командой в этом сезоне. Но судя по их статистике, им лучше дать задний ход и прикрыть их большие ховальники. Ведь мы все знаем, что Коллинс это имеет маленьких сынков. Также Кару необходимо это больше, чем когда-либо. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Ты когда-нибудь замечала, какой у тебя длинный язык? Разве? Яблоки красные, как коммунисты. Мне кажется, что ты коммуняка. Все яблоки равны. Только некоторые из них более равнее. Ты знала, okay. Что семена яблок содержат малое количество цианид соединений? Требуется съесть туевую кучу яблок, чтобы отравить себя. Вот почему я спрашиваю тебя еще с твоего раннего завтрака. Эй, Эпплджек, каково это было? Первый раз попробовать яблоко? Чей я так шебошит? Им лучше дать задний ход и прикрыть их большие хлебальники. Твою мать, какие хлебальники, сука! Кольц хороши. За их игру интересно, но... Блять. Кольц хороши. Окей, я так понял, это... Типа, неудачные дубли DrumDagger'а. Ну, что я вообще могу сказать по поводу этого? Неплохо, неплохо. Мне понравилось, как вообще... Филама на самом деле была права. Она как бы должна была это озвучить, но она отдала DrumDagger'у, как я слышал. Сказал, что я все-таки снимаю контент более для детской аудитории, и ее смотрят все-таки дети, поэтому она не хочет материться. А тут бац, и мат на мата. Так что, да, вот вам и DrumDagger озвучил его, и голос ему действительно подошел. Филама, ты молодец, что ему отдала спроси Jeppelek на самом деле. Что ж, а на этом я, пожалуй, прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Ссылка на оригинал будет в описании. Подписывайтесь на DrumDagger'а. Всем спасибо. Всем пока.